Смотрю на тебя, ты такой жалкий вообще. Так жалко тебя. Хочется помочь. Чем я могу тебе помочь? Слушай, есть хочу. Есть? Есть, да. Че, может, это по блинчику? Опять у Аллы. У Алины. Алина. Алиночка. Любим, да, ее? Очень, да. Я люблю ее. Особенно, когда кушаем блинчики. Алиночка. Пойдем? Не будем ждать Саню, пока он проснется. Да, он, блядь, заебал. Нам с тобой не привыкать вдвоем покорять этот мир. Слушай, я тебе предлагаю, если он опять начнет гнить где-нибудь за углом, кирпичом его огреть. Ну, либо просто отпиздить. Отпиздить и сказать, что, блядь, хулиганы напали. Да. Красава. Классно придумал. Очень. Ну, как всегда. Доброе утро, ой, Сань, будешь еще с нами в карты играть? Парни, ну выключи свет, пожалуйста. Ты здесь не командуешь. Сань, во-первых, ты не командуешь, заебали, блин. А во-вторых, пора идти зарабатывать деньги. Там люди ждут. У меня температура, блядь. В смысле? Прям второй день ноет, блядь. Где тут булыжник, которому его надо убить? Ну ты такой опухший. Ты бухал? Нет. Выживал, да? Выживал, да. Давай забьем. Давай. Второй день, день два, день номер two, today. И мы идем покорять. Мы идем покорять. Да нихуя мы не идем погорять, нам все так дают. Нет, не надо так говорить, это открыто, блядь. А, не надо, да? Будем надеяться, что сегодня нам тоже кто-нибудь будет помогать, как и вчера. Не, давай будем надеяться, что нам будет сегодня тяжело. Давай. Ты в это веришь уже, блядь? Идиот. Идиот, просто пиздец. Половина народу морозится и не дает денег, потому что, блядь, они так себя ведут. Человек с нами в самолете летел, да. Дядь, дай нам денег, а? Немножко. А я тебе Инстаграм пропиарю. Есть Инстаграм у тебя? Не, Инстаграм. Нет. Мы без денег приехали, серьезно. А мы пробуем. Пробуйте. Не получается. То есть это вот так, да? Да. 100 рублей. А мы с вами сфотографируемся. Бывает это такое. Блять, а мы Андрюху встретили. Здорово, Андрюх, братья. Андрюх. А пиццу можешь подогнать, пожрать? Тебе могу сказать, ты в нас, ты нас вселил уверенность тогда. У нас все пошло как по маслу. Просто по маслу. Мы вышли из такси, нам сразу касались. Мы знаешь, где ночевали? В пентхаусе. Пентхаус? Да. В трехэтажной квартире. А сейчас нас на халяву накормили в ценобоне. А отдашь одну пиццу? Да, это же на заказ. А ты зашел в интернет, посмотрел? Не, кстати, вы уже выложили? Нет, еще. Все рад. На следующей неделе. Да. В понедельник, вторник, где-то так. Пиццу не дашь, да? Не, ну это в смысле, я бы угостил. Он шутит. Нет. Ладно, спасибо, друг. Спасибо, дай пять. Пока. Спасибо. Короче, есть разговор. По чесноку надо сказать. Сложности оказались не такими, какими мы себе представляли. Все складывается пока проще. Мы пользуемся своей узнаваемостью. И я думаю, в этом ничего плохого нет. Давайте кайфовать, блядь. Согласен, но небольшую ремарочку я все-таки скажу. Время час. Да. Нам надо найти ночлег. Да. Потому что я с этим рюкзаком реально уже задолбался. Очень жарко, мы уже потные, воняем костром от шашлыка. И... Не, ну понятно, нет, что не совсем шоколадно, да. Но уж, блядь, жести, которые мы ожидали, что будем побираться. Я думал, что мы будем с голоду умирать. Да, умирать с голоду и пиздец. У нас пиздец. Все получилось пока что нормально. Хочешь помочь? Ты смотришь дневник хача? Да, ну меня друг смотрит. Ага, врун. Фанат. Да. Давай, фотка за деньги, хотя бы 100 рублей. Сейчас. Давай 200 рублей. Тогда. Если можешь, чем больше дашь, тем лучше. Не, мы на самом деле приехали без денег, да. И без телефона. Серьезно. Посмотришь следующий выпуск на следующую неделю, у нас нет нихуя. Ничего вообще, да. Что, будем деньги просить? Ну конечно, да, что, нам нужны деньги. Спасибо. Короче, он съебался, блядь. Просто, блядь. Он пошел у отца брать сотку и пропал. И просто одел сноуборд и поехал. Да, и поехал. Друг смотрит на него. Да, да. Пришел. Этот человек пришел сфоткаться. Значит, какие-то эмоции мы у него вызываем, правильно? Положительные. Тебе рассказывают. Не миллион просят, а 100 рублей.
историю, что у нас нет денег. Рублей. Он взял, убежал, бля, пропал. Знаешь, как называется? Ну что, продолжаем? Мы не останавливаемся, да. Мы достигнем, там, мы продолжаем наш путь, мы продолжаем выживать. Тяжелый путь. Это Сочи 2016, здесь я, Олег, ты, Амиран, Саша. И мы... Текила. Ой, здрасте. Можно, ой, только наступать на ноги, не надо было. Как вас зовут? Амиран. Очень приятно. Олег. Я холостой, а они с девчонками здесь. Я не холостой. Вы не холостая? Я не холостая. Очень жаль, что вы с нами поехали. Спасибо. А вы нас не знали? Вы не узнали нас? Нет. Я Сардаров Конюхов, а это... Кристофор. Олег. Майам. Кристофор Майам. А это просто напиток. Напиток. Вот. Нет, я вас не знаю. Ладно. А вас как зовут? Татьяна, она же сказала. Светлана. А давайте вы ему дадите денег, а он вам споет свою хитовую песню. Нет. А он? Нет. А вы знаете их песню? Нет. Вот не повезло, а? Вот не пруха, блядь. Нет, а вот это... Привет, как дела? Нет, не слышно? Хорошо, а вот это... Малышка, танцуй! А вот это... Поднимаюсь над землей. Тоже не слышно? Нет, так... Хорошо с тобой. Не знаешь, да? Тоже не слышал. Не помню. С какой планеты ты? А вот верни ты ко мне, буду рядом с тобой. Подпринять тебя, мы здесь стой. Знаешь? Но у нас денег нет. У нас нет денег. Мы бесплатно. Чуть-чуть. У нас ничего нет. Вы нас можете немножко прокатить? Серьезно, нет. Есть батареи, 20 батарей. У нас ничего нет. Хотите, я вам батарейкой заплачу, севшей? От GoPro. Можно, да? Чуть-чуть прокатить? Да, разрешил. У меня есть часы Rolex. Вот за Rolex можешь нас прокатить? Они стоят 20 тысяч долларов. Да? О, да. И не надо ролик. Снимай! Не надо. Снимай! Снимай, снимай, вам говорят, снимай. Ну что, печка? Вперед! Ведут себя как быдло вообще. А нас бесплатно катают, не завидуйте. Мы бесплатно катаемся. Пошла вода. Да. Ничего себе, ребята. Серьезные вы. Так, теперь вот смотри, жди. Жди. Забирай, вот смотри. Вот так держишь. Ну да, чувствую. Вот так бахаешь. Смотри. Ёпрсете. И? Вдыхаю, да? Да. Только не разбиваю, как он стоял, хорошо? Я разбил, да? Да. Блять, я всегда так делаю. О, можешь побыстрее поправить? Еще раз. Ты упала. А помоги, Саня, верни меня. Ты толстого загоняешь. Короче, весь прикол в игре загонять толстого, чтобы он в машине поправлял. Всем привет. Я Олег Майами, это моя школа танцев. Как вы помните, мой лучший, единственный ученик в моей школе танцев единственный, Саша подчеркни. Текила. Что? Единственный, подчеркни. Единственный, подчеркнул. Саша, ты... Саша Текила привел своего... Сегодня мой... Нет, Саша Текила, еще раз скажу. Саша Текила, еще раз скажи. Славон. Давай, танцуй, Славон. Ты не гандон. Давай, танцуй вместе. Олег, поехали. Итак, Саша, я хочу, чтобы ты показал пару движений, которые спасли тебе жизнь. Да вот твое прозвище. Ты выходишь на концерты с призванием, с названием «Славон, ты не гандон». Все разошлись. Все разошлись. Сейчас. Отец. Батя идет, блядь. Пиздец, это шедевр, блядь. Не перекрывай учителя, блядь. За нос ебал! Можно сказать? Ага. 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 Ага.